сегодня мы будем жарить шашлыки. Вы решили пожарить шашлыки, да? Замариновали мясо тут на море. Папа разжигает нам костер. Огонь. Мама тут креветки, как всегда, набрала. Ах и мама. Да? Будем жарить шашлыки, да? А что, ты уже опять шоколадки взяла, да? Ух и королюська. Две прямо. Да, понятно. Пока... Только не с миньонами, а ты... Да, уже миньоны не стала брать? Нет. Понятно. Там еще два там больших. Огниво тут у нас. Королюся помогает шашлыки вытаскивать. Дайте лук попробовать. Вкусный лучок? Обожаю лучок. А ножичком или вилочкой бы? Дай вилочки. Сейчас найдем. Пап, дашь лучок? Королюсечка, сейчас даст. Давай я уже выложу, чтобы ты не обожглась. Да, чекай. Королюся, помогала? Наша комнатка. На улочке. Сейчас мы шашлычки пожарим и пойдем на балкон к себе кушать, да, Каролин? Там у нас все равно уютненько, хорошо на балконе. Это тушить не будем, огонь? Сам перегорит. Варил, а вот эту Валер палку не надо будет убрать? Шоколад опять. Ты еще не кушала. Ты не собираешься кушать? Всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. С вами были мама и Камила, Каролина, бабушка и папа на канале. Камила и Каролина. Нажмите на красную кнопочку. Пока-пока. Пока-пока, золотой. Пока-пока.